насчет лайфстил, типа, это круто, если это вольера. А мне какая-то, блядь, жарочка же. Это какая-то ебучая комбо. Сейчас узнаем. Ну-ка, говно. Ну так, с орехами. Сейчас, если выигрываю, будет легенда. Правильно, давай легенду. Ну, если выиграю, ну, блядь, не факт, что я выиграю. Ну и не факт. А если выиграешь, то легенда. Типа раз, два, такое. Я включил запись. Не стрим, а именно запись медяшки. Ну такой интригующий кадр еще смотрел, она типа куда-то приходит и что-то видит там такое, что типа ей пизду все разворотили. Мне конечно нравится. Или что? Ну мне кажется, это такая прикольная, естественная, обыденная. Люблю обыденных людей. Ну она прям очень некрасивая. Ты вот провожал исследование для задания. А ты? Официальное расследование. Был пожар и похоже, это поджог. Поджог? В пожаре обгорел парень. Проблемы с печенью, сердце. Подышался дымом, может умереть, а значит, это уже и убийство. Мое первое. Круто, да? Awesome, yep. Конечно, нет. Но признай, довольно клево. Но в этом городке ничего не происходит. Так подозреваемый есть? Неофициально. Он был с девушкой, администратор их видел вместе. И если я... А, типа, этот хочет ее. Прости. Они понимают, что они, типа, на одной волне, да, примерно, по... Блин, короче, этим самыми Урзул Хорами хорошо играть, они прекрасно да. Дырки все затыкают. Я новенький. А ты? А почему одна? Убила чьего-нибудь парня? Девушку. С чего ты взял, что я? Потому что так оно было. У них одинаковые перчатки. Если девчонка, девчонка сидит одна. У меня скоро тоже такая будет. Она новенькая. Или изгой. Самый горячий парень после зрения. Блять, я сейчас на видео беру легенду, типа в Хардстоуне. И что случилось? Что, подожгла кого-нибудь? Ха-ха-ха-ха! Что, несомненно, отражает мой отец проповедник. И миссионер. Надо собраться. Потому я уже изменил тетчку. Может, назовешь свое имя? И предысторию. Я Бетти. Без предыстории. Люблю женщин-загадок. Я в жизни не была женщиной-загадкой, но не собиралась ему сообщать. Зачем тебе нужен адвокат? Васю, который не прав. О, Вася красавчик, значит. Вася вообще... Ты снова пришла за пародином на снажду? Не в том смысле. Режим за тобой следит. А откуда ты, черт возьми, это взяла? Лучше скажи Барнарду правду, чтобы выйти сухим из воды. Я хотел сказать утром, но ты меня отговорила. Уже поздно. Если скажу сейчас, будет выглядеть словно скрываю. Надо найти... Легенда! Я кручусь около девочек-подростков. Бля, что-то... Оппонент какой-то непонятный. Я не умею играть в такой деке. Ну, то есть против обычной деки я могу сказать, я выигрываю или не выигрываю, там, что-нибудь хотя бы. Тут, блядь, какой-то пиздец. Она так боялась. А ты откуда знаешь? Потому что видел ее утром, сделал ей макияж. Господи, Боб, у тебя патология. Пожалуйста, больше никакой Пэтти, ладно, с этой девочкой что-то не так. Уверяю, ты ошибаешься. Алло. Кажется, я кого-то убила. Мне пора. Жизнь только началась. Не хочу уже ее закончить. Блин, смотри, у оппонента один хит. Один хит из 30. Это очень прикольно. Да, я не могу больше ничего сделать. И у меня типа 3 звезды на первом ранге. И он сейчас, скорее всего, раскручивается и, блядь, что-то, скорее всего, выигрывает. У меня есть карты в деке, которые типа выигрывают, несмотря ни на что, если я их подниму, но... Мы докажем, что ты не виновна. Ну, уже в такой мане. Но не факт, что как бы, я их подниму. Ай, гивап! Иди сюда, иди сюда, иди сюда, скорее, 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 скорее. Вот сюда вот смотри, вот сюда вот нужно тебе подойти.
Опа, опа, опа. Ты посмотрел нам. Да. Маленькая ведерка, видишь, что тебе нужно вот здесь оказаться. Вот здесь. Я могу. Красиво. Еее. Так, так смотрим. Либо мне дают нету, либо я нихуя не понимаю, блядь, в этой игре. Мысленно реконструировать. Поверь, мой батя коп. Что угодно может помочь. Я буду забыть. Легенда. Да что, это можно открыть? Нет, это в конце сезона дадут, то есть 31 числа. Это замануха? Ну, это типа каждый месяц. То есть мы сейчас выиграли месячный турнир. Дальше в легенде уже там типа такие пацаны. Legends, смотри. Дальше там уже совсем про пацаны соревнуются между собой. Там уже можно взять любую игру, которая нравится, и просто по фану типа играть. Круто. Мария, welcome to the Hearthstone League. Я не ем читас. Я покажу короче. Что? Добро пожаловать в Hearthstone Elite. Я знала. Потому что можешь. Не думаю, что это... Покажи им всем дальше. Да, точно читас. Не, наверное, ты проговоришь. Что пофиг, можно этот угодно. Парень сейчас покажи. А вы не закусился? Надо просто узнать, кто может вдруг слово и действие расставить. Господи, ты хорошо разбираешься с твоим копом, как папа. Не знаю, как ты пылесос. Пока мы слишком опозорились. Легенда, йоу!